Катрина, Федерико, помаши. Привет! Сегодня канал Артура. Сони нету. Мы взяли полотенце, идем искать Сони с бабушкой, с дедушкой. Да. Ой, какой. Ой, классно. У нас плюс 6, здесь плюс 30. Наверное, больше шкалит. Шашлычком за папой. Шашлычком. Мы будем как те две женщины, должны питаться. Ой, нет. Тогда боком самолет по месту. Так, где же можно здесь найти Соню? Ой, здесь конечно, для детей рай. Ну, большие бассейны взрослые. Ты Соню не видишь? А где же мой Сонечек? Может, они на пляже? Давай с этой стороны. Ну нету. Может, она на море? Сходим посмотрим на море? Сходим посмотрим на море. Они сказали, к морю ближе, чем к концепции. Ну, посмотрим. А детей нет. Класс. Не, ну, конечно, для детей здесь шикарно. Я снимаю, ой, вообще шики-мики. А этот корабль, пират. Очень крутой отель. А ну, водичку попробуй, Артурчик. Извините, вы втроем. А тебе холодно? Ты в море скупалась? Ну ты шустрая. Я подозревала, что прохладно. Пойдемте в море. Пошлите тогда. А бассейны холодные? Бассейны. По нам так плыла. Значит, нагреется вода еще. Соня, пошли покажем всем на видео, что здесь есть. Пошли море покажем. А мам, возьмешь полотенце? Да. Да? Полотенце на пляже, сики тащи. А я не знаю. Что мой зайчик, где шлепать? Все случилось. Вот почему детей нет в бассейнах. Вода холодная? Детей нет в бассейнах. Ни одного ребенка. Когда она в бассейне. Сонечка, что? Люхнулась по нам. Не, ну вода сейчас нагреется, Соня, здесь жара. Сейчас час-два и нагреется. Здравствуйте, мы чего сюда приехали? Полежать? Давай мы покажем всем пляж, а потом водичка нагреется, мы все горки покажем, да? Сейчас часок не нагреется, на такой жаре. Площадки еще там, вау! За этой кепкой вот чудесно, тоже близко. Так, а тут раз летит. Что дома было, то и одели. Все, что было. Потом Вика в Фульду поехала, я присоединилась. И вот эту панамку, не поверите, последняя лежала. Идем. Они же все это уже летние убирают. Взрослые бассейн, сейчас занимаются. Настя, они сказали, вечером акробаты будут выступать. Вау. Посмотрим. Сына, посмотри, какие замки, пиратские пираты. О, Соня. Да, Сеча. Вау, вот пляж, слушай. Ой, даже гольф можно поиграть. Good morning. 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 Мама, я хочу так сильно на море. Я тоже. Пойдем. Пойдем, конечно. Соня, а я тебе взяла ведерко, песок копать. Пойдем копать. Лололупса взяла, сейчас будем копать. Все, держи в сумке копать. Я такого в одном месте. Держи. Пошли на пляж, держи лололупсов. На, еще одного лололупса. На. Присила. Сонечка, он тебе нравится здесь, в этой гостинице? Да, но кто знал. Ой. Гимнастика, пропустили. Что тут? Какой
песочек классный. Вау, я разуюсь. Надо разуться. Так, от ветра защита есть. Вау, какие корабли там есть. Ты где мой зайчик? Слушай, ну здесь все есть. Рад сказать, что вот где-то влево будем искать вот эту косу. Коса здесь должна быть. Вон она, и кулька. А вон коса. А, это деда что? Нет, не тут тонула. Нет, нуля, это уже. Я не тонула, я далеко заплыла. 146. То есть номера есть или что? А, номер вот на грибочке написан. 153. Так, вы тут? Я оставляю сумку с телефоном, сейчас приду. Сонечка, пошли море покажем, косу. Пойдешь со мной? Ну ты копай, а я пойду. Артурчик, идем покажем море. Сонечка, не бросайся, здесь ветер. Песком не проведешь, какой ветерок. Сейчас все ловит, начинается. По чуть-чуть. Мы пойдем к морю. Артурчика, Сонечка осталась возле дедушки с бабушкой. Ну как море? Классное? Артурчик, ну как море? И слышит, здесь ветер. Море классное, чистое. О, теплое. Давай покажи, как надо. Класс, да? Здесь мелко. Ограждение есть, ничего не заплывет. Образовательное какое, Симон. Сетки специальные. А на пирс сходит, там, наверное, рыб видно. Вот на пирс же можно сходить. Пошли на пирс. На пирс, а дальше где-то здесь вот там вот касается. Можно сходить дальше. Ой, ну море вообще чистое-чистое. Класс. Что? Они идут на пирс? Ну, сколько там есть здесь. А я пойду за Сонечкой, сходим, мороженое здесь есть. Давай, Сонь, куда? Идем с пляжа. Давай. Сниму. И еще, да, чтоб ты больше выспалась. С 11 до 4 Соня спала. Теперь не знаю, что мы будем делать ночью. Сонечка, ты куда? Ты на какие горки? В бассейне уже холодно. Все, проспали первый день. Ты мороженое шоколадное кушала? А ну покажись. Лисичка. Вся покусанная комариками. Да. Соль, давай. А, ой, что у тебя там? Сиденье? Запизалась. Запизалась. У меня объявление сейчас пойдет. Какое у тебя объявление сейчас пойдет? Факс. Ну, залазьте. Ну, покажи, как надо, Сонь, куда идешь? Боялся, что сейчас полетит. А почему тебе тяжело там подниматься? Можешь подняться? Ну, давай быстро покажи. Не знаю, здесь мой даже не хочет. А ты туда идешь? Ну, извините, я же думала, ты вот сюда. А там какие-то мелкие, видишь, им что-то... Им неудобно всем идти. Где она? О! Сына, пошли вон на ту горку, у тебя здесь ноги болят. Я же тебя с той стороны жду, ты где? Ну ты сказала, идите туда все. Идите туда, ты сказала все. Что, бабушку хочешь? А, хитруха.